лучших которых, я бы сказала. Брякнул в Минздраве какой-то чудак: нужен ли нашей стране педфак? Но отойди до британских морей, нет факультета для всех нужней. И пусть лечебники и фармацевты, гордясь собой, впадают в раж. Мы будем также неутомимо лечить детей и их мама. Мы будем также неутомимо лечить детей и их мамаш. Денег копейки и жизнь без затей, но педиатры не бросят детей. Ведь отойди до британских морей, нету профессии той добрей. Мы так воспитаны, что днем и ночью любой больной ребенок наш. А курс лечения и день сомнения не вызывает у мама. А курс лечения и день сомнения не вызывает у мама. Снова в Минздраве сказали, хоть плачь, нужен России семейный врач. Но отойди до британских морей, нету врача, педиатра важней. И пусть чиновники рассудят здраво, что врач семейный – это блажь. Ведь он не сможет, как мы красиво, любить детей и их мамаш. Ведь он не сможет, как мы красиво, любить детей и их мамаш. Чем педиатры России сильны? Тем, что владеют богатством страны. Ведь отойди до британских морей, держим в руках мы здоровье детей. И это главное страны богатства, а не какой-нибудь пустяк. В руках держала и держит братство врачей, закончивших педфак. В руках держала и держит братство врачей, закончивших педфак. Спасибо.